альтернатива другая хуже, то, естественно, и за такой процент то можно. Ларсон набрасывает от середины, теряет шайбу из виду, был там рикошет, и в конце концов Манинин ее так ласково сопровождает за линию ворот. Курьезнейший эпизод. Защитники, ну, пока так, немножечко стесняются, тем более есть чего. Тут, пожалуйста, лихая тройка уфимцев. Ой-ой-ой! И вторая шайба в контратаке. Боялись не зря. Ну вот, собственно, Салават Юлаев в одной атаке. Ой, прекрасный ракурс. Смотрим, вот один пошел на ворота. Это был Воробьев. Именно он и оказался за прошлой шайбой. Дмитрий Кугаршев. Прекрасная передача. Скинули на фланг. Всегда, когда говорят, 3 в 2 выходишь, лучше на фланг кинуть. Потому что тот, кто по центру бежит на ворота, именно так и сделано, как на тренировке. Защитников атакующего плана нижнекамцам определенно будет не хватать для игры в равных составах. 3-2. Здесь и Гематов подработал. Семенов остановил на синей линии. Просто набросил. Гематов опять подобрал. Сошников, который до этого боролся с защитником, достаточно ожесточенно это делал. Остался за воротами и подобрал эту шайбу. Да, и дальше Каратаев довольно-таки давно ее просил. Может, так сказать, отбор шайбы. 2 против 1. Бросок в дальний угол и 4-2. И снова последняя минута второго периода становится удачной для уфимцев и, напротив, катастрофичной для хоккеистов Нижнекамска. Вот опять из ниоткуда практически этот момент родился. Не сумели укротить шайбу на своей синей линии. Короткий перепас и бросок, какой у Пименова получился. Находит шайбу до Воробьева, но бросать неудобно. Тем не менее, находится передачный пятачок. Гематов добивание, и Баранов поймал свой шанс. Практически до верного. Бросок с вершины от Ларсона. И дальше уже идет добивание. А это Воробьев. Воробьев через центр очень здорово играет. Находит игрока. Вот эти подкидки. Мы говорили про Воробьева, то, что он вернулся в систему Филадельфии совершенно, ну, скажем так, не другим человеком. Шайбу в среднюю зону, а дальше и контратака у них вполне себе пошла. Передача на пятак. Воу-воу-воу. Громов красавец, а? На самом деле красавец. Очень грамотно сохранил шайбу. И Принцева здесь не у дела оставил. Потому что это у нас Сакари Манинин постоянно ездит, улыбается. Ну, это он пока тренером не стал. Да, это точно. А вот, пожалуйста, 7-3. И это Картаев. Обратите внимание, то, что в третьем периоде Слава Дилаев очень неплохо в катании выглядит. То есть вот эти набросы, они рассчитаны, конечно же, на хороших и быстрых нападающих. Ну, а здесь самое главное, то, что отскочило в нужное место. Ларсон свое дело. Здесь он скидывает. Сошников появился. Перевод и 8-3. Так вот убивают вратаря на предсезонке. Ну, 4-3 с такого угла тут тяжело. Тут клюшками надо более активно работать.